Недавно Владимир Чистяков отпраздновал свой 92-й день рождения. И снова поздравления, подарки. Ветераны Великой Отечественной награждают юбилейной медалью 70 лет победы. Как сам рассказывает, на фронт попал в 44-м. Участвовал в крупных боевых операциях в Болгарии, Румынии, Венгрии. А День Победы 9 мая встретил в Братиславе. Да все было. Все было. Пережить пришлось много. Где-то, может быть, меньше, чем другим. Так что есть что вспомнить. Многое забылось уже, память плохая. Очень приятно, очень приятно. Я очень счастлив, что получил эту медаль. Медаль 70 лет победы в Великой Отечественной войне учреждена указом главы государства в 2013 году. Согласно положению, ею награждаются участники боевых действий, партизаны, труженики тыла, узники концлагерей. И сегодня мы говорим слова признательности и благодарности вам, уважаемые ветераны. Память бессмертна. Мы сегодня берем пример с вас. Мы гордимся, что в Перми и Пермском крае проживают такие земляки. Более полумиллиона наших земляков защищали страну в годы Великой Отечественной. 190 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 40 стали полными кавалерами Ордена Славы. Все для фронта, все для победы. Это действительно про наш край. Если бы не было победы, не было бы и нас. Просто дань такая. От всего сердца желаю, чтобы наши ветераны жили дольше. Люди, которые, вот я преклоняюсь им за все, за их мужество, за их непобедимую веру. Ценой нечеловеческих усилий удалось выстоять и победить в самой жестокой войне. Ветераны и труженики тыла без остатка отдавали все силы и сберегли Отечество. Всего в столице Прикамья к 70-летию Победы будет вручено около 15 тысяч юбилейных медалей. Станислав Уланов, Валерий Ермакова, Мария Грязнова, телекомпания «Ветта».